капитан, тут какие-то странные сигналы. Очень странные. Никогда не видел ничего похожего. Вроде бы они исходят из подземного комплекса в нескольких километрах от точки высадки. Похоже, что пещера образовалась позже, после того, как все развалилось. Интересно, что Лиара тут искала? В протеанских руинах обычно нет ничего, кроме древней сломанной техники. С вами все в порядке? Что произошло? Слушайте, это поле, в котором я застряла. Протеанское устройство безопасности. Я не могу пошевелиться. Вы поможете мне выбраться отсюда? Мне мешает силовое поле. Это протеанский барьер. Я знала, что он защитит меня от гетов. Но когда я его включала, я, наверное, сделала что-то не так. В результате я попала в ловушку. Вы должны меня вытащить. Пожалуйста. Мы придумаем, как вам помочь. Здесь есть панель управления. Она должна отключить устройство. Вам нужно как-то обойти барьер. Это и есть самое сложное. Отключить защиту снаружи невозможно. Как вам сюда попасть, я не знаю. Будьте осторожны. С гетами был один Кроган. Они пытались преодолеть барьер разными способами. Как вы сюда попали? Вы все-таки нашли способ обойти барьер. Мы пробились с помощью горного лазера. Конечно, да, тогда понятно. Пожалуйста, освободите меня, пока не появились геты. Вон та кнопка должна отключить поле, которое меня удерживает. Подождите, капитан.
Мы можем ей доверять? Ее мать работает на Сарана. Я не моя мать. Я не знаю, почему Бенезия присоединилась к Сарану. Я не хочу иметь с этим турианцем ничего общего. Если бы она была за Сарана, гетты не пытались бы ее убить. Есть идеи, как нам отсюда выбраться? В центре башни есть лифт. По крайней мере, я думаю, что это лифт. На нем мы сможем подняться. Идемте. Я все еще не могу поверить. Зачем я нужна была гетам? Думаете, это как-то связано с Бенезией? Саран ищет канал. Вы специалист по протеанам. Наверное, он хочет, чтобы вы помогли ему найти его. Канал? Но я не знаю. Это еще что за черт? Руины вот-вот обвалятся. Лазер, видимо, спровоцировал сейсмическую волну. Надо спешить. Тут все рушится. Джокер, поднимайте Нормандию и отслеживайте мой сигнал. Мигом! Есть, капитан. Корабль в воздухе. Расчетное время прибытия 8 минут. Ему надо поторопиться. Нечего терять время на этого дегенерата! Оружие к бою! Хороший подход! Штуцер. Мы чуть не спалили нашу птичку, капитан. Еще 10 секунд и резвиться бы нам в расплавленной сере. Нормандия, конечно, не говна кусок, но она не приспособлена для посадки на извергающиеся вулканы. Это так, на будущее. Мы там чуть не погибли, а ваш пилот шутит? Иногда Джокер ведет себя как кретин. Не обращайте внимания. Понимаю. Должно быть, таков человеческий менталитет. У меня немного опыта общения с вашей расой, капитан. Но я вам благодарна. Вы спасли мне жизнь. И не только от вулкана. Гетты убили бы меня. Или притащили бы к Сарану. Что Сарану нужно от вас? Вы что-то знаете о канале? Только то, что он как-то связан с исчезновением протеан. Это сфера моих исследований. Последние 50 лет я занимаюсь поиском причин их исчезновения. У меня есть собственная теория того, почему исчезли протеане. При всем моем уважении, капитан, мне известны все существующие теории. Проблема состоит в поиске доказательств. Протеане чрезвычайно мало оставили после себя.
Как будто кто-то не хотел, чтобы эта тайна была разгадана. Словно после вымирания протеан кто-то прошелся по галактике и уничтожил все улики. Но вот что поразительно. Согласно моим находкам, протеане были не первой в галактике расой, которая таинственно исчезла. Этот цикл начался задолго до них. Если протеане не были первыми, тогда кто? Я не знаю. Даже о протеанах почти нет никаких свидетельств, но об их предшественниках и того меньше. Я не могу обосновать свою теорию, но я знаю, что права. Галактика строится на цикле вымирания. Каждый раз, когда возникает великая цивилизация, ее внезапно и жестоко разрушают, остаются лишь руины. Протеане, выходцы с одной единственной планеты, охватили своей империей всю галактику. Но даже они карабкались вверх по останкам своих предшественников. Их величайшие достижения — ретрансляторы и цитадель — основаны на технологиях тех, кто был до них. А потом протеане исчезли, как и прочие забытые цивилизации в истории галактики. Я посвятила всю свою жизнь тому, чтобы выяснить причину этого. Их уничтожила раса разумных машин — пожинатели. Пожинатели? Но я никогда не слышала. Откуда вы это знаете? У вас есть доказательства? На Иден Прайм мы нашли поврежденный протеанский маяк. Он выжег в моем мозгу видение. Я до сих пор пытаюсь разобраться, что оно значит. Видение? Да, понимаю. Маяки предназначались для передачи информации напрямую в сознание пользователя. Найти работающий маяк удается крайне редко. Неудивительно, что геты напали на Иден Прайм. Шанс получить действующий маяк, пусть даже сильно поврежденный, стоит любого риска. Но маяки предназначались для взаимодействия лишь с физиологией протеан. Полученная вами информация наверняка должна быть спутанной и неясной. Я удивлена, что вы смогли понять хоть что-нибудь. Слабый разум мог бы быть полностью разрушен при взаимодействии. У вас должно быть очень сильная воля, капитан. Этим вы не помогаете нам найти Сарана и канал. Конечно, вы правы. Простите, мною овладело любопытство ученого. К сожалению, у меня нет информации, которая помогла бы вам найти канал или Сарана. Я не знаю, зачем Саран хотел добраться до вас, но думаю, мы поступили правильно, взяв вас с собой. Спасибо, капитан. Саран снова попытался бы найти меня. А место безопаснее, чем ваш корабль, я не могу придумать. Мои знания о протеанах могут пригодиться вам в будущем. А ее биотическая сила пригодится, когда начнется заварушка. Добро пожаловать в команду, Лиара. Спасибо, капитан. Я вам очень благо... Ох, у меня вдруг закружилась голова. Когда вы в последний раз ели? И спали? Пусть доктор Чак вас осмотрит вас. Думаю, это просто умственное истощение в сочетании с шоком от того, что я узнала о судьбе протеан. Мне нужно время, чтобы все это осознать. Хотя медицинский осмотр мне не повредит, к тому же у меня будет возможность еще раз все обдумать. Мы с вами закончили, капитан? Ступайте к доктору. Остальные свободны. Отчет о ходе миссии подготовлен, капитан. Соединить вас с советом? Да, Джокер, свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Мы получили ваш рапорт, капитан. Я так понимаю, доктор Тессони находится на Нормандии. Я полагаю, вы предприняли все необходимые меры предосторожности. Не учите меня делать мою работу. Вы вольны поступать, как считаете нужным, капитан. Наша роль — предложить вам руководство и совет. Хватит ли вам ума послушать? Зависит только от вас. Лиара на нашей стороне. Геты пытались убить ее. Беназия ни за что не дала бы Сарану убить свою дочь. Что, если она не знает? Или, может, это мы ее не знаем. Мы никогда не ожидали от нее предательства. Во всяком случае, миссия увенчалась успехом. Если не считать полного уничтожения крупного памятника протеанской архитектуры. Это было необходимо, Шепард? Мы чуть не погибли там. Там было полно гетов. Конечно, капитан. Выполнение задачи всегда имеет первостепенную важность. Удачи, капитан. Не забывайте, что мы все рассчитываем на вас.
Диспетчерская, я Нормандия. Укажите вектор и место причаливания. Нормандия, ваше прибытие не запланировано. Наша оборонительная система подключена и отслеживает вас. Мы здесь назовите по делам цель цитадели, визита. На борту спектр совета. Нормандия, посадка разрешена. Имейте в виду, по прибытии мы идентифицируем ваши личности. Если ваши слова не подтвердятся, корабль будет реквизирован. Как тут весело. Надо будет съездить в отпуск. Внутреннее давление уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Довольно. У меня важное дело. Вы прибыли вне графика. Предъявите ваши документы. Вам достаточно знать, что у меня больше полномочий, чем у вас. Они хотят неприятностей, мэм. Я не могу впустить вас в порт без удостоверения вашей личности. Сержант Стирлинг, примите у них стволы. Вы обязаны подчиниться власти цитадели. Мое оружие никто не заберет. Оружие к бою. Мы имеем право применить силу. Сдавайте оружие. Считаю до трех. Раз, два, три. Капитан Мацуо, отставить. Их личность подтверждена. Спектры имеют право носить здесь оружие, капитан. Можете проходить, Спектр. Надеюсь, в дальнейшем мы избежим конфронтации. Паразини-сан встретит вас наверху. Ведите себя хорошо. Это детекторы оружия, не обращайте внимания. Я Джанна Паразини, помощница администратора Аналейса. Приносим извинения за инцидент в стыковочном шлюзе. По-моему, ваша начальница безопасности встала утром не с той ноги. Она серьезно относится к своим обязанностям. Это ценный сотрудник компании. В мои обязанности входит помощь новоприбывшим. У вас есть вопросы? Вас в последнее время не посещал кто-нибудь необычный? Необычный? Несколько дней назад здесь побывала матриарх Азари, леди Бенезия. Помощница Сарны здесь? Она угроза миру в галактике. Я здесь, чтобы арестовать или застрелить ее. Совет директоров не любит, когда на него взваливают внешние проблемы, капитан. Несколько дней назад Бенезия отбыла в исследовательский комплекс «Вершина 15». Насколько я знаю, она все еще там. Хорошо. Укажите нам дорогу, и мы поехали. Вам нужно разрешение администратора Аналейса на то, чтобы покинуть порт. Где я могу найти администратора? Его кабинет на главном уровне. Как подниметесь на лифте, налево. Поняла. Мы можем идти? Конечно. Если вам понадобится помощь, я буду в офисе администратора. Капитан, будет разумно взять с собой доктора Тессони. Она знает свою мать лучше, чем любой из нас. Добро пожаловать в порт Ханьшань. Лучшее место в галактике для независимых научных исследований. Чтобы сделать пребывание здесь максимально комфортным и не мешать другим, выполняйте указания нашей службы безопасности. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, наши сотрудники всегда с удовольствием вам помогут. Спасибо, приятного пребывания. Торговец приветствует человека. Человек, тот спектр, что прибыл в порт Ханьшань? Быстро здесь слухи разносятся. И в самом деле, досточтимый спектр. Здешние компании не слишком рады прибытию человека. Человек мог бы облегчить бремя, лежащее на плечах торговца.
Если человек согласится, торговец его щедро вознаградит. Торговец добыл для одного покупателя особый предмет. Этот предмет не разрешается ввозить на станцию, но человек мог бы пронести его через таможню. Вы хотите использовать мое положение для контрабанды? Это вполне точно. У меня с этим нет проблем. Торговец смиренно благодарит Спектра. Пакет будет доставлен на его корабль. Человеку только нужно принести его торговцу. Пожалуйста, человек, не упоминайте об этом при администраторе Аналейсе. Торговца могут оштрафовать. Торговец может еще чем-либо помочь человеку. Чем я могу вам помочь? Я хочу поговорить с Аналейсом. Одну минуту, пожалуйста. Мистер Аналейс. Да, что, что? С вами желает встретиться капитан Шепард, сэр. Да, хорошо, входите. Простите, что не встаю. Мне некогда развлекать беженцев из дыры под названием Земля. Знаете, что интересно в людях? Мы очень верны своей родной планете. Моя родная планета чиста. Там нет нищеты. Если вы гордитесь своей перегретой кислотной трясиной, это ваше дело. Это очень приятное начало. Я буду сотрудничать с вами настолько, насколько этого потребует совет директоров. Бизнесмены прилетают сюда, чтобы избежать волокиты с галактическими законами. А я представляю те самые галактические законы. Мы должны постараться понять друг друга. Я не позволю вам тревожить наших клиентов. Эта планета — частная собственность. Апольт просит меня пронести контрабандный пакет мимо охраны. Чтобы что-то сделать, мне нужны не только ваши слова. Принесите мне то, что он переправляет, и я поступлю соответственно. Что вы готовы сделать для меня взамен? Я вознагражу вас. Точная сумма в кредитах зависит от серьезности преступления Апольда. Вот этот пакет. Достаточное доказательство. Я не специалист по вооружениям, но это, кажется, довольно сложное устройство. Несомненно, контрабанда. Было бы весьма прискорбно, если бы покупатель его получил. Оно еще не ваше. Оплатите мои усилия. Это не тот ответ, которого я ожидал от Спектра. Возможно, я недооценил вас. Я готов дать вам 200 кредитов и пропуск из Ханьшаня. Не без определенной договоренности, конечно. Вы можете посетить вершину 15 только, чтобы поговорить с леди Бенезией. Если что-нибудь устроите, или если персонал потребует вашего отбытия, вас вышвырнут с планеты. Жаль, что вы с самого начала не стали сотрудничать. Если у вас все, я хотел бы вернуться к работе. Я ухожу. Хорошо. Пока вы разглагольствовали, я получил с десяток важных сообщений. Доступ в гараж ограничен. У меня есть разрешение. Извините. Да,
Пропуск подлинный. Будьте осторожны на дорогах. В Алиутской долине плохая погода. Что это за твари? Рассыпаться! Что вы здесь устроили, капитан? Только то, что вынуждена была сделать. Я не просила гетов нападать. Геты? По-вашему, я... Откуда они взялись? Могу предположить, что матриарх привезла их с собой в контейнерах. Я в это не верю. Ее багаж прошел через сканеры. В нем не было ни источников энергии, ни нулевого элемента. Если они были в контейнерах Бенезии Сама, здесь их может быть еще много. В ближайшие месяцы мы увидим их еще немало. 300 лет все говорили, гетты не выйдут из завуали. Что там происходит? То же, что с любым другим видом, капитан. Эволюция. Я должна доложить совету директоров. Если слухи о геттах распространятся, инвесторы запаникуют. Что это было? Животный ветер. Тут все в плохом состоянии. Похоже, вы пытаетесь восстановить комплекс. Вам нужна помощь? Как заткнуть эту штуку? Система откликается на имя Мира. Позвольте узнать ваше имя. Капитан Шепард. Я служу в спецкорпусе тактической разведки Цитадели. Одну минуту, пожалуйста. Полномочия совета подтверждаются. Вам разрешен особый доступ ко всем системам. Просьба учесть, что для запросов о корпоративных секретах необходим привилегированный доступ. Он возможен только для представителей Binary Helix. Система готова к обработке запросов. Вы можете связаться со мной через любой голографический интерфейс вершины 15. Мне нужно найти матриарха Бенезию. Леди Бенезия отбыла на монорельсе во вспомогательную лабораторию станции Расселина. Вниманию пользователей! В настоящее время система монорельса не действует. Мне нужен обзор ситуации. Какие системы отключены? Одну минуту, пожалуйста. Идет диагностика. Отставить! Простите? Кто ж знает, что там на монорельсе? Я так понимаю, вы с ними уже сталкивались? Сталкивался. Дрался. Видел, как людей рвут на части. Мы все сидим на стимуляторах. Фактически вы человек, и этого достаточно, чтобы я не стал стрелять. Но все-таки кто вы? Меня зовут Шепард. Меня прислали за матриархом Азари. За Бенезией? Да, она здесь проходила. В общем и целом, на той неделе пришельцы захватили риск лаборатории. Оттуда выбрался один Ханалар, да и тот не в себе. Мы глазом не моргнули, а эти твари уже ломились на мой пост. Фактически тогда нас было куда больше. Их ждет стали огонь. Хотят драться когтями и зубами, пусть заказывают гробы. А мы фактически вас прикроем. Совет директоров прислал одну Азари, чтобы решить проблему. Вчера она зашла в риск лаборатории. С тех пор ничего не известно. У меня к ней дело. Не мешайте мне. Все, что я могу, это держаться и защищать гражданских. Возле монорельса есть аварийный лифт. Этой карточкой вы его включите. Он доставит вас в риск лаборатории. Да, если нужна медпомощь, доктор Коэн внизу в лазарете. Мне нужно вернуться к заданию. Да, я слышал... Черт, все по местам! Спасибо за помощь. Каждые пару часов из тоннеля выбирается несколько тварей. С тех пор, как заблокировали лифт, стало проще. Мы все в одной лодке.
Не знаю, зачем они бросаются под огонь. Фактически даже звери понимают, что не надо совать нос туда, где больно. Вы пришли разобраться тут со всем. Если подразобраться, понимать, перестрелять всех монстров, то да. Вы, я погляжу, сердитесь. Но то, что тут стряслось, это все наша вина, вы понимаете? Подождите, где матриарх Азари? Азари? Не видал такой. Наверное, она на станции расселена, капитан. Это не важно, вы слушайте меня. Байнери Хеликс нашла яйцо. Оно тысячи лет дрейфовало на брошенном корабле. А корабль принадлежал Рахни. Внутри в анабиозе лежала целая куча яиц. Нужно было его уничтожить. Зачем ему дали вылупиться? Байнери Хеликс хочет клонировать Рахни. Наладить массовое производство, создать армию. Но когда его привезли, оказалось, что в яйце не просто Рахни. Это царица. Она отложила еще яйца. Ее перебросили на расселину. Думали, что без нее детишки вырастут послушными. Ею мы займемся позже. Нет, слушайте. Рахни – разумный вид. Они могут перемещаться в космосе. Это не животные. Нет, они намного опаснее. Я так думаю. Без царицы рахни неправильно развиваются. Их мозг формируется ее разумом. Эти же вышли неуправляемые. Вы хотите сказать, чтобы я не убивала этих тварей? Эх, да я совсем наоборот говорю. Этих рахни уже не спасешь. Жалко их, но придется умертвить из гуманности. Я так думаю. Надо включить нейтронную очистку. Как нам запустить очистку? Управление тут рядом. Надо просто ключ ввести, а я тогда дам Мире команду на... Вам неведомо, что значит быть матерью. Есть сила творения, формирование жизни, обращение ее к радости или к отчаянию. Ее дети должны были быть нашими, вырасти, чтобы искать и убивать врагов Сарана. Вы прежде сражались с десантницами Азари? Мало кому из людей приходилось. С дырой в голове вы не будете такой самоуверенной. Грубость – плохая маска для страха. Это еще не конец. Сарана не остановить. Мой разум заполнен его светом.
Путь впереди ясен. От десантницы Азари я ожидала большего. Я не предам его. Вы... Послушайте меня. Шепот Сарана в моем сознании. Я могу перебороть его ненадолго. Его голос очень силен. Как он может вас принуждать? Его же здесь нет. Рядом с Сараном перестаешь быть собой. Начинаешь боготворить его, поклоняться ему. Идешь для него на все. Дело в его флагмане, властелине. Это дредноут невероятных размеров и с необычными способностями. Корабль, атаковавший Иден Прайм? Не думала, что такой гигант может опуститься на планету. У него очень мощный двигатель. Но главная сила властелина не в этом. Чем дольше ты пробудешь на борту, тем больше кажется, что Саран прав. Ты сидишь с улыбкой у его ног, и его слова льются в твою душу. Вначале влияние слабое. Я думала, мне хватит сил бороться с ним. Но вместо этого я стала его добровольным орудием. Сюда он прислал меня, чтобы выяснить, где находится Мюри-транслятор. Его координаты были утрачены тысячи лет назад. Говорите, где Мюри-транслятор, пока я не потеряла терпение. Конечно, капитан. Я записала данные на ОНД. Возьмите его. Пожалуйста. Знать координаты ретранслятора недостаточно. Нам нужно знать, куда он собирался отправиться. Саран не говорил мне об этом. Но вы должны выяснить это быстро. Перед тем, как вы пришли, я передала ему координаты. Остановите меня! Я не могу! Его зубы у моего уха! Пальцы на моем позвоночнике! Вы должны... Вы должны... Умри! Я не могу так дальше. Вы должны остановить его, Шепард. Ваш разум снова свободен? Я все еще слышу его голос, как лязг металла, визжащий, отдающийся эхом. Где же свет? Говорят, что перед смертью... Она будет нашим голосом. Мы не можем петь в ваших низких мирах. Ваша музыка бесцветна. Мы врубили вам столько плазмы, что можно танк остановить. Этот сосуд на краю разрушения. Но он борется. Вы не сознаете его величия. Мы дуем на тлеющие угли. Мы мать. Мы поем тем, кто...
кто остался позади. Детям, которых вы считали замолчавшими. Мы Рахни. Я здесь не за тем, чтобы беседовать с жуками. Вы не поете в унисон с теми, кто хотел управлять нами. Как вы станете петь? Вы отпустите нас? Должны ли мы вновь утихнуть? Рахни были угрозой для всей галактики. В тех баках полно кислоты. Если что, насекомое можно уничтожить. Она последний представитель своей расы, капитан. Мы не вправе судить ее. Ваши спутники слышат истину. Вы властны освободить нас или вернуть наш народ в тишину памяти? Смиритесь со своей судьбой. Рахни — вымершая раса. Мы не можем их истребить без одобрения Совета. Геноцид — одна из причин, по которым мы сражались с кроганами. Наш народ вас настолько пугает? Вы хотите, чтобы мы молчали, если не можете заглушить наши песни? Если мы не подчиняемся вам? На этот раз вы умрете. Мы не примем великую тишину. Какой наш следующий ход, капитан? Летим к Мюре-транслятору? Мюре-транслятор ведет к десяткам звездных систем. Не зная точно, куда направился Саран, мы только зря потеряем время. Шепард прав. Нельзя ломиться вслепую. Нам надо больше узнать о Саране. А вы чего командуете? Что, капитан ушел в отставку, а я и не заметила? Я не буду марионеткой в руках Азари. Приказы здесь отдаю я. Ясно? Простите, капитан, я просто пыталась помочь. У нас нелегкая задача. Все мы на грани срыва. Отдохните хорошенько. Все свободны. Доклад о Наверии готов, капитан. Соединить вас с Советом? Да, Джокер, свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Доклад точен, капитан. Вы нашли на Наверии Рахни? Нашли и уничтожили. Вам нравится истреблять целые расы, Шепард? Это зависит от расы, Турианец. Капитан, вы говорите с членом Совета. Извольте проявлять уважение. Мне нужно завершить миссию. Задача всегда имеет первостепенную важность. Но учитывайте, что ваши действия могут иметь последствия. Мы будем ждать вашего следующего рапорта, капитан.